Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас интереснейшие покупочки с маркетплейсов. Итак, поехали. Покупочки Валберес, и здесь у меня, как всегда, любимый расходник, это бумага Батист, беру ее на Яндекс.Маркете. Сейчас, кстати, пока хорошая скидка была, 192 рубля, она вообще столько не стоила, поэтому взяла еще в запас, хотя много есть. По мне, она лучше, чем Папи, а лучше, чем Зева, и выходит бюджетно. 8 рулонов, трехслойная, классная, суперская, берем пока только ее. И наполнитель коту силикогелевый от бренда Cat Step, все-таки, да, я потестировала, в отличие от других, он почему-то лучше держит запах. Меняю я раз в 2-3 недели. Силикогелевый наполнитель, он впитывает запах, запаха никакого нет. Как только я его начинаю чувствовать, там 2,5 недели, прошло 3, я меняю лоток коту. Классно. В этот раз взяла вот такой, кстати, первый раз беру, вот такой он разноцветный, то есть миксовый. Миксовый, здесь угловатые сами крупинки, они не круглые, я такие люблю больше, кот мой тоже любит больше, не надо переживать за его лапки, был просто комментарий, что ой, а вы подумали о лапках кота, то есть кругленькие, типа они не ранят лапки, а эти ранят. С лапками у моего кота все замечательно. Круглый катается по всему дому, его очень тяжело потом собирать, даже пылесос иногда не собирает весь этот круглый, а вот угловатый, он такой классный, поэтому люблю Cat Step, пока берем его. Валберес, и здесь у меня снова невероятная красота от бренда Словалево. Сейчас все открою и покажу. Такие потрясающие, красивые коробочки. Просто невероятный, на подарок будет замечательно. Это бижутерия из медицинского золота, медицинского сплава, которая не темнеет, не окисляется, которую вы мне на мне видите постоянно. Я ее, кстати, не снимаю, я в ней плаваю, я в ней моюсь, сплю. Сережки тоже, булавочки мои на ушках, все заценили. Очень оригинальные, классные, суперские. Мне прям на улице делают комплименты. Сейчас покажу обязательно, когда будем мерить другие. И за такую цену, вы знаете, вот все удивляются, сколько стоят, какие крутые, там, когда называешь цену, да ладно, не может быть, я говорю, да, и нет никакой аллергической реакции, никакого зуда, и дочь у меня носит цепочку, она тоже с ней купается, в пруду везде и моется, не снимает, то есть там у нее крестик, все отлично, все замечательно, поэтому давайте смотреть, что же мне пришло еще. Вот такая красота, здесь у меня сережки, еще один очень крутецкий браслетик, и цепочка такого же плетения, как моя цепь на руке. Заказала себе в каждой коробочке в подарок резиночка. Супер. И вот такие вот карточки тоже в каждой коробочке. Осторожно, теперь вы прекраснее. Ну, прям импонирую. Красивые, универсальные, на каждый день, на любое мероприятие. Металл стойкий к воздействию воды и бытовой химии. Не вызывает аллергии. Сохраняет цвет и блеск более 2 лет. Покрытие у бижутерии золото 585 проба и родиевое покрытие, которое защищает все ювелирные изделия от царапин и изменения цвета. Очень классно. Давайте смотреть. Вот такие сережки я взяла Ксюшке. Но сейчас какие выберет, такие будет носить. Мы с ней можем, в принципе, и по очереди. Очень красивые девчонки. Переливаются невероятно. Камешков много. Вот такая красота. Этот браслетик, это вообще что-то с чем-то. Причем здесь еще есть регулировка по длине. Смотрите, можно отстегнуть вот эту часть, и у нас браслетик станет меньше. То есть у кого какие ручки. Это мега удобно. Здесь камешки и вот такое вот интересное плетение. Очень красиво. И переливается все, и сверкает. Ну, прям вот от золота не отличишь совсем. Дорого-богато. И вот такой дорогой, дорогущий замочек. Вот обычно такие замочки делают на золоте премиум-класса. И здесь у нас тоже такой замок. И вот тут вот регулировка по длине, да, мы с вами видим. Так, и вот цепочка, которую я себе заказала. Такого же плетения, как на руке, только более мелкого. 50 сантиметров длина. Вот такая вот красивая. Вот обычный такой замочек здесь удобный. И вот так она выглядит. Но очень красивая. От золота не отличишь совсем. Вот, красота. Сейчас будем все мерить. На Ксюшке сережки. Вот, кстати, у нее цепочка тоже Словалево. Вот кулончик ее. Вот эти крестик золотой. Все одного цвета. Очень красивые. Тоже купается, и все ничего. Вот сережечки. Смотрите, вот первые. Очень красивые. Мне вот эти прям нравятся. Они лаконичные. Они подойдут самым придирчивым. Я не знаю, передает вам камера или нет, но они переливаются вообще всеми цветами радуги. Вот просто такая красота. Ну-ка, без вспышки.
под естественным светом, прям вот они переливаются всеми цветами, вообще здорово, очень красиво. Здесь обычный классический такой замочек, и они очень миленькие, лаконичные, то есть вот ребенку тоже хорошо, не тяжело, все отличненько. Вот как, подожди, ты прямо пока встань, вот как они смотрятся, ну вниз головку чуть-чуть, вот, да, то есть вот такие миленькие, хорошенькие, лаконичные, мне нравятся. Вот как переливаются, прям красота невероятная. Ну а вот мои сережечки-булавки, которые вам всем так понравились. Кстати, несмотря на то, что они такие объемные, они тоже с камешками красивые. Подсказку на этот ролик оставлю в конце видео. Будет прям подсказочкой, можно нажать, перейти, посмотрите, ссылочки там все будут. Несмотря на то, что они такие объемные, с ними удобно спать. То есть они мне вообще не мешают, поэтому я их не снимаю. Я когда что-то ношу, я это ношу, значит, это мне сильно очень нравится. Если я сниму, я потом забуду одеть, поэтому я и сплю, и так далее. И вот сережки, которые у нас с вами под жемчуг. Тоже очень красивый, не тяжелый абсолютно, нет, мочку не оттягивают, все отлично, все замечательно. Смотрится тоже очень красиво, мне нравится. А, Ксюшке попробовали, кстати, одеть, для ребенка нет, большевато смотрится как-то не так аккуратненько, как вот те, которые она одела. А мне вот очень нравится, мне прям очень нравится, красиво. Так, цепочку, вот одела цепочку, вот она цепочка, можно с каким-нибудь кулончиком или еще с чем-то. Красиво, здорово, замечательно. Все отличненько. И браслетик тоже одела. Сейчас покажу поближе, потому что он прям достоин отдельного внимания. Это просто невероятная красота. Он, кстати, мне вот чуть побольше, чем предыдущий, поэтому... Но мне нравится, когда вот один браслетик так спускается, а второй вот здесь вот рядышком. Тоже переливается невероятно. Прям блеск шикарный. И два они смотрятся очень гармонично. Два. Можно сделать и поуже, да, то есть вот у нас с вами два замочка. А можно оставить, чтобы вот так болтался. Пожалуйста, регулируйте как хотите под свою руку. Я хочу сказать, это очень удобно, это очень круто. И вот они, камушки, переливаются красиво-красиво. Здорово, мне очень нравится. Камушки, кстати, фианиты, подойдут абсолютно к любым нарядам. Вообще, как идея подарка, просто потрясающе. Маме, бабушке, там, подружке и так далее. И упаковано все красиво, и вообще все красиво. И в магазине у Словалева просто огромный выбор оригинальной бижутерии. Вот оригинальный прям. И то, что это медицинское золото, это вообще, ну, просто великолепно. Так что ссылочки все оставляю в инфобоксе. Смотрите, проходите, изучайте. Вот такая красота. Купочка Валберис, девчонки давно просили, это типа электронный попыт. Разные цены совершенно на маркетплейсах. Я взяла где-то за 240, что ли. Я взяла вообще два, но пришел только один. Потому что за один они будут драться по-любому, я это знаю. И вот как раз с прошлого обзора у меня батареечки лежат, потому что один попыт у меня идет, никак не дойдет с батарейками в комплекте. А вот этот без, желтенький, это Крис, она любит Пикачу. В общем, вот такая вот приблуда. Они у кого-то увидели, им срочно надо. Надеюсь, все работает, потому что мы, когда на пункт выдачи пошли, мы забыли батарейки. Вообще, я такое все дело люблю. 999 уровней, 4, что-то там, 4 режима. По-русски тут, конечно, ничего нету. Зачем? Все Китай. Так, нужна отвертка. Сейчас откроем, зарядим, посмотрим. Три пальчиковых батарейки здесь нужны. Так, ну и смотрим, что это у нас тут. Господи. Добро пожаловать на гонку. Ну и что, надо их сначала надуть, что ли? А, смотрите, нажатием вот на эту штуку они надуваются. И надо попасть. Уровни сложности разные, играет музыка. Это, наверное, самый легкий, потому что долго один горит. А, это потише, слава богу. Это совсем без звука, давайте совсем без звука. Нет, о чем? Уровень 3. Тоже медленно. Допустим, для Крис, может, еще и нормально, для Ксюхи. Уровень 15. Вот сейчас попробуем. О, вот это классно. Ну, интересно, слушайте, залипательно. Добро пожаловать на гонку. Это какой уровень? Уровень 2. Уровень 17. Их тут 999, и музыка быстрее играет, я так понимаю. Но все равно как-то медленно. Вот я нажала дальше, что? Уровень. А, вот. Я, короче, залипла, девчонки. Дайте звук выключу, выключись. Прикольная штука, слушайте, мне кажется, понравится девчонкам. Еще вторая такая идет, не Пикачу, а какая-то другая. Ну, прикольная.
Им захотелось. Вот эта штука, я так понимаю, воздух накачивает, и они надуваются. И мы их нажимаем. Кликаются классно тоже, прям вообще здорово. Оп, надулись. Прикольно, здорово. Ну, на этом все. Мои хорошие, все ссылочки, как всегда, в описании, в том числе и на эту великолепную бижутерию. Всех люблю, целую, всем пока-пока.